привет! Я не удержалась, у меня опять посылочка. Это остатки из того, что лишнее приехало. Из Шайнинга, Нетива, Ченга и прочих. Я присмотрела там себе. Ух ты! Вторая посылка, когда я себе присмотрела. Заказала один фаленопсис, а тут что-то еще доехало. Отлично. Так, вот этот фаленопсис, он шикарный, красавчик. Такие листья обалденные. И это модеста, не вытягивается. На Яванника очень красивый, интересный гибрид. Такой шахматная вот эта доска, такие клеточки, как обведенные белым от Яваники. И нежность модесты просто супер. Так. Что-то большое и что-то котлейное. И да. И это люк приехал. Это приехал люк. Мама дорогая, нет. Вот называется, догадайтесь, что это. Я подумала, это котлейное, я там хотела анцепса. А потом я такая, я анцепса отменила и написала. Нет, не пафеопедилум, это фаленопсис. Это капец, это фаленопсис. Я в процессе вспомнила, что в самый последний момент мне припекло вместо двух анцепсов, потому что они шли в очень маленьком размере. Я решила, что ну не хочу я париться с таким вот маленьким. Я себе заказала там фалы. Смотрите, какие корешища обалденные. Корешища супер. Я сейчас буду потрачу много времени, чтобы это все распаковать хорошенько, не повредив. Ну вот такое огромнейшее чудовище. Я даже боюсь представить, ну тут 30 сантиметров есть точно. Так, у меня рука 17, и тут еще 5, ну к 30 будет. Вот это вообще огромно. Так, ладно, и это людеманиана. Причем я себе давно хотела интересную людеманиану, и я нашла вот такой вот вариант, где Крамер свою как бы вариацию вывел с особенностью цветения, и Попов. И их скрестили между собой. Я буду ждать этого цветения адского. Должно быть что-то безумно красивое. Всю кору, все добро назад домой. И помня, что из люке мне должны или из люк приехать только два фаленопсиса. Тут фаленопсис. И это гигакинг должен быть. Шикарный гибрид с шикарными желтыми цветами в красную полосу. Просто он обалденнейший. И ух, вот так вот. С женскую ладонь, а ладошка у меня не самая маленькая. Вот такой вот обалденный. И вот он. Гигакинг. Это гибрид гигантею на еще один сложный гибрид. Биокинг. Очень красивый. Как теперь это все назад всунуть? Вот это качество. Вот это люк. И вот поэтому я люблю взять вот такое за 15 евро без коэффициента. Вот такое чудовище. Чем, например, сэкономить и взять за 15 долларов с учетом коэффициента в каком-то азиатском заказе. Потому что вот до вот этого вы будете много лет растить. А тут сразу такая прелесть. На этом все. Я сейчас буду это все одомашнивать. И всем солнечных дней, пышных цветений. И огромное спасибо за просмотр. И ставьте лайки, и подписывайтесь на канал, и делитесь этим видео. И буду рада комментариям, и всем вот таких шикарных новинок. И пока-пока!